Всем привет, друзья! Мы в Ватикане, наконец-то в Риме. Как вам здесь нравится? Ну, в этом году народу больше. В прошлом году было ковидное время, и очень мало было туристов. Город был гораздо чище, чем сейчас. А так-то классно чувствуется здесь. Я уже соскучилась по Ватикану. Монумент с крестом. Вообще здесь не первый раз уже, в принципе. Идут годы, а все так же примерно. Фонтаны так красиво освещались. Народу никого не было, только мы вдвоем были на площади. Так было классно. И жара спала. Так что я хочу посидеть немножко. Нельзя здесь. Мошки лежат. Хорошо сидеть. Хотя кто знает. Может, он лежал. Хорошо сидеть. Туристов все равно не так много. Ну, ты тоже... Мы там в соборе были два раза, наверное, или три. Завтра в 11 часов утра должен Папа Римский выступать, по-моему, с верхнего или со среднего, предпоследнего этажа, со второго окна, справа. Не знаю, мне кажется, вот там окошко. Один раз мы приезжали и смотрели уже. Или верхнее окно, или среднее окно, да? Темнеет, интернет здесь тоже плохой, особо длинные ролики не хочется снимать. Посидим немножко и пойдем дальше, посмотрим, купим сувенирчиков, да? Угу. Что думаешь, Оль? Да. Откуда? Олечка, ну что, травма? Да я опять упала. Опять упала и повредила коленку. Вот. Почистили, пластырь наложила, как могла. Из того, что было. У меня без травм не обходится ни одна поездка. О! 4.